Друзья, доброе утро! Вы на канале с Аленой Самсоновой, клиническим психологом, и сегодня мы с вами говорим на мою любимую тему – это пищевое поведение, его расстройство и почему это случается особенно у женщин. И мы будем разбирать с вами женщин в менопаузе, в предменопаузе и вообще молодых, красивых, интересных блондинок, брюнеток. Я шучу, конечно, но ставьте лайк и продолжаем с вами исследовать тему. Почему тема РПП будет всегда актуальна? Потому что все люди обеспокоены своим пищевым поведением и все хотят найти какие-то быстрые ответы. Какой ответ будет твоим сегодня? Ответ, почему у тебя нет настроения, почему у тебя нет никакого состояния положительного, почему у тебя портится, все портится, настроение, поведение, и ты уже не выносишь никакого, даже малейшего стресса. Что происходит с твоими гормонами, что происходит с твоим состоянием? Давай рассмотрим с тобой, как всегда, с точки зрения нутрициологии, биологии, психологии и как ты любишь по полной программе. В общем, первая тема, которую ты должен для себя уяснить, это не стресс, не тревога, не состояние кризиса, а то, что называется действительно гормональная регуляция. Если у тебя сейчас есть проблемы с какими-то гормонами, и ты меня смотришь, будь ты классный, симпатичный мужчина, и у тебя, возможно, инсулинорезистентность, возможно, у тебя проблемы с тестостероном или другими половыми гормонами. Конечно же, это тянет тебя на какие-то куски мяса, а кого-то на куски тортиков, а кого-то еще на что-то. Если ты молодая девушка, и у тебя проблемы с эстрогеном, прогестероном, и есть какая-то недостаточность в этих гормонах, то уже ты будешь тянуться к какой-то пищевой привычке, которая тебя действительно вдохновляет, стимулирует и заставляет перестраиваться. Да, моя рекомендация тебе изначально изучить свое заболевание досконально. И, скорее всего, оно берет корни не только из психосоматики, с которой я привыкла работать и с которой у меня большая любовь. Наверное, 10 лет я работаю с такими клиентами, как ты. Так вот, если у тебя проблемы с прогестероном, эстрогеном, либо другими гормонами, которые влияют на твое пищевое поведение, ты должна сакцентировать на этом внимание и разобраться максимально, что здесь не так. Далее для тебя очень-очень важно понять, как тебе компенсировать твое состояние. Тебе не обязательно получать высшее образование в сфере нутрициологии, ехать в Гарвард и делать что-то с собой. Для начала тебе важно разобраться, что происходит, от чего тебе лучше и от чего тебе хуже. Добавить в свою жизнь не просто разноцветные растения и то, что будет тебя стимулировать, но также избавить себя от мыслей навязчивых при помощи действительно психотерапии, что еда является только причиной твоего там тревожного состояния. Изначально ты должна разбираться в основе, но далее для тебя очень важно начать компенсировать свое состояние не едой, а посредством понимания, что происходит в твоем организме. И без этих процессов, конечно, далее ты не поплывешь. Что будет с твоей маленькой или большой клеткой, которая действительно питается определенным образом, как ты ее научила, как было достаточно давно, она постепенно начинает страдать. И здесь вылезают проблемы с гормонами, проблемы с головным мозгом, проблемы с усталостью, с уставшими надпочечниками и куча-куча всего. Сейчас огромный идет информационный шквал, в котором тебе так сложно разобраться. И изначально, если у тебя уже есть проблемы с гормонами, тебе нужно понять,